Так, принесли вот такую ступицу от Ford Ranger. Заклинил подшипник на ступице и провернула в самой ступице. И вот так вот он болтается там. Вот подшипник на месте стоит, а этот корпус болтается. Ну, сейчас будем пробовать упрессовывать, смотреть, что там случилось. Сейчас установим на пресс. Я Вадим. Ставьте палец вверх, если вам нравится, и подписывайтесь. Поехали! Так, вот таких вот городушек настроили, потому что у меня нету такого стаканчика, чтобы ступица провалилась в него. Так вот сделали, через тут пластинки, там стаканчики, здесь вот пластинку тоже через стаканчик он стоит. Ну, здесь нормально, и сейчас будем пробовать. Так, подобрали трубочку, подходящая под ступицу, под внутреннюю. Так, ну вот что там за ступицей с подшипником. Все, сейчас здесь вытаскиваем стопорное кольцо, вот это, и будем выдавливать подшипник. Сейчас сюда уже стакан подберем. Так, ну вот подобрали стакан, гильза волговская или увазовская, они одинаковые. И вставляем такую штучку. И вот так вот. Ну вот, значит, там все ништяк было. Подшипник, обойма наружная сидела нормально. Это сам подшипник болтался. Все, сейчас здесь все зачистим. И будем новый подшипник загонять. Так, ну вот подшипник. Это болталась просто вот эта вот часть. И показалось, что болтался сам наружный обойма. Так что все нормально. Так, ну вот, почистили там все внутри. Подстопорное кольцо сразу все вычистили. И подобрали вот сюда вот стаканчик. Это же волговская гильза. Встает сюда как раз в аккурат. Даже не болтается нисколечко. Здесь вот такой пазик идет под сальник. Вот. И вот так вот вставляется. Все, плотненько, даже не шевелится. Все, вставляем подшипник. И берем этот же старый подшипник. И вот этой частью
вдавливаем, вставляем сюда, чтобы вдавливать за наружную обойму. И все, и погнали. Все, до конца вставили. И сейчас молотком ударим сюда. У меня специально тут наварено место, чтобы бить молотком. Чтобы посадить все там плотненько. Все, все на место, все встало. Сейчас вставляем стопорное кольцо и будем запрессовывать ступицу. Зажали вот так вот ступицу. И сейчас болгаркой вот так вот распилим, не до конца, чтобы не попилить ступицу саму. И зубильцем ударим, чтобы она лопнула. Все, и теперь она спокойно слазит. Все, и ничего даже не пильнули, все ништяк, ровненько. Хотя некоторые раз у меня бывает и бывает здесь пильну чуть-чуть. Но чуть-чуть даже это не страшно. Все, сейчас подбираем сюда вот кольцо, чтобы поставить, чтобы ступицу поставить на это кольцо. И будем запрессовывать ее. Так, и подобрали на ступицу сюда вот такую, вот такой стакан, тоже гильза от чего-то. И вот так вот она будет стоять. Встает вот на эти вот четыре точки. Все, вставляем сверху ступицу. Вот так вот. И теперь за внутреннюю обойму подбираем стакан, чтобы подходил к внутренней обойме. Вот так вот. И вдавливаем ступицу. Ой. Да, ступицу. Ступицу или кто это, не знаю, как называется. Ну вот так вот. Все ништяк. Все не болтается даже.
Зря боялись только. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся. Все?